Что касается влияния извне, то оно очевидное, и мы это видим и у нас в России, и это видят и наши коллеги, сотрудники Комитета государственной безопасности Республики Беларусь. Это влияние, во-первых, не бескорыстное. Конечно, мы видим стремление неконституционными методами попытаться изменить существующее устройство, существующую политическую власть. Но я уверен в том, что для государства, для Беларуси важна стабильность, реформа Конституции, начало которой положено. Она даст ответы на многие вопросы, но при этом необходимость сохранить стабильность – это крайне важное условие для развития государства и общества.